Выдам, кому надо. Чек на пол. У тебя микрофон запал, кнопка Фион. Поехали, танки. Контролим. Звездочка, печенька, контролим. Заберите босса у танка. Не забываем щиток нажимать. Гера пошла, по боссу играем. У печеньки заберите босса. Трусы на себя босса забери. Трусы на себя босса. Хорошо, печенька забрала, окей. Звездочка на себя босса забери. Не забываем. 4, 3, 2, 1 нажимаем. Ученик должен автотачить босса. И все ученики в одном фрейме стоят. Печенька, откатится щит, заберешь на себя. Прохиливаем рейд. Агния по Матис, Крашер по Хуману. Инера позаливали. Обновляете контроль сразу же. У печеньки босса забрать. Звездочка забери. Хорошо, забрал ромбик, окей. Обновляйте контроли. Ромбик, либо печенька босса на себя заберите. Хорошо, печенька забрала, окей. Даунт не забываем нажимать. Чудочек не забываем нажимать. Рейд прохил. Олег Иннер по Матис. А, уже был, понял. Подняли рейд по хп. Сетбэк гимн на ману, Фиона тотем. Гимн где? Ясно, Матис еще тотем поставь. Понял. Заберись, печенки. Учеников прохиливаем, хилы. Звездочка, ромбик, сейчас вы танчите в основном. Под щитом надо танчить. Под щитом, ромбик. Когда четвертый скилл активен. Забери босса, звездочка, печенька, заберите. Все, печенька танчит, хорошо. С него не забирать пока. Бурсты по боссу оставшиеся дожимаем. Звездочка, откатится, щит заберешь. Хорошо. Печенька, либо ромбик, откатится, щит заберете. Трусы, босса не танчишь на трусах. Танки, готовимся на себя забирать учеников. Забрали учеников танки. Фен, выключи, пожалуйста, микрофон на кнопку. По левой стенке проходим. Иннеры откатились, обновили по хилам. По Матис иннер, по Хуману иннер дайте. Играем через посох. Мелизон топора прохиливаем. Мелизон топора, РДД хилы не лезем. Второй посох доигрываем.
Ждем хилов. Понял. По тени доигрываем, первый гнев даю. ДКшники по некровителям играем. Сейчас дам. ШПшники, продиспельте, пожалуйста, массово. Диспел. Хорошо. Дальше проходим. Танки не танчат. По некроитерю ДКшники. Первый каст он лука, второй каст фанхиро. По некроитерю. Тень добиваем. Хорошо, некрорыцаря добиваем. Шо, Артур, мы на одной стороне? Да, да, вот, ну давай. Я сделаю релок, если чё. Ну да, я, наверное, танка спекаться не буду, тебе одного хватит не надо, должно. Не надо, не надо. Ну. Хватит. Добегайте, колпотик, сетбэк. Шкаф бы поставить. Она рядом. Релогайся пока. Чик на пол. Ману, отпивайте хилы. Рыбу ставлю, кому надо, ешьте. Кого ждать, ты больной? Трэш. Ты дурак? А в чё, грубый, да, Джипс? В смысле грубый? Грубого последний раз может быть, Джипс. У акцента по-любому есть Джипс. Такого нет. Запускаю. Ради прикола, подойдите все присты ко мне и поберните ману боссу. Ради прикола, попрощайтесь с аккаунтом. Да что, это разве баг? Деду, мало ли. Да? Он восстановит себе все. Я просто, ну, давно не эту херню не тестил. Ну-ка, поберните его. Значит, по самому боссу, если все-таки у нас касты будут, первый каст у меня чекает Анлука плюс Фиона, плюс Спридер. Второй каст Фанхиро, Аматис. И крыса еще. Не, дотать его не надо, только поберните, ребята. Все, отлично, сбернули, пошли на исходную. Значит, 17-я волна, куча трэша выходит, два ДКшника выходят сюда. Вызывает два пака бомжей, нажимает незыбки. Мирики, не подходите. Частицу закинешь на анхолика. Хилить будешь через анхолика нас. Все стоят здесь на 17-й волне. И заливают ауешку. Все старфолы и прочую херню оставляем на 17-ю волну. А еще раз бомжей звать на 17-ю? Да, да, да. Я скажу, когда. То есть этот фанкиру, видишь, когда к тебе подходит рыцарь смерти уже, после того, как ты бомжей вызвал, нажимай незыбку. Попал лучше частицу. Идите оттуда на мирик. Не, ну рогавар не подходит. Меня интересует только ханхолик. Смотрите, когда близко не стоит, что какой рот убьет вас.
Гарик, Крапер, отойди оттуда. Че, бомжи? Да, подходите сюда, бомжи, давайте. Отошли оттуда все. Отошли, кливаем. Анхолика, фу, прохил. Мелики не подходят. Анхолика хилим, холипал, но он стопом. Частицу повесил, хилишь танков. Рыцари смерти, перелететь убиваем. Да, поднимем демона. Да, согласен. Агния, кастани по нему вэр. Захил его. Баф по нему. В уголочек сюда прижимаемся. РДДшники. Все сюда подходим, РДДхилы. Мелизону прохиливайте, там рыцарь еще есть. На пул босса будет на кого, на кого, на кого? На БДК. Ждешь, пока подойдет. Мана нету, отлично. ДЦшка, можешь побернить его. До нуля. Все, бурсим по боссу. Не сбивайте косты. Угу, не сбиваем, тупо дамажим. Босс телепортируется в центр, сразу же ведете его танки к нам. Ведем. РДД на месте стоим. Костой. Оба, смотри, что делает. Это вы. Это... А вот это проблема. Стоит близко где-то к чему-то. А что, пупс гений получается? Да, только он хп. Агро? Стоим, 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 стоим. Косты чекаем, короче. Ну, ДЦшка, ты его подбернивай, подбернивай его. Агро? А, нормально. Отверни от рейда. Мне так спокойнее. Халк. Оскорбим, да, что-то. Я понял. Подбернивай. Агро. Стэнни кастует. Ну? Ну, сука. Нормально. А чё, так можно было, да? На. Погнали дальше. Трэш не трогаем пока. Подходим ко мне все. Ты лобнуться успеешь? Да. Стоим пока тут все. По команде Control Hero Гвадалупа, гимна Ману, Персифона, Капара, Капар Сивен, гимна ХП, а потом свичните. Прилогается. Тот, кто пел на Ману, сразу на ХП споется. Каску по ханту дайте. Хилы, садимся пить ману. Рейд не надо хилить. Сели пить ману, хилы. Кастуем гимны присты. Теперь капер Сивен на ману. Контрол хил на ХП. Отлично. Поехали по трэшу. Через помеченного. Скорбин каски нужно обновлять, если что. На каком каске? Ну, 3 минуты. По рейду. Ду. Так целых 3 минуты еще, да, еще скажи? Понимаю, понимаю. По центру проходим. Маз диспел даем. Ресните колпотика. По центру все, по центру. Мили зону трэша. Диспелим сразу же ЛПху. Нас диспел по трэшу. Спридера прохил. Диспел. Подымаем людей.
Оскорбин, покричишь на задних. Готовимся по тени играть. Правый только не сагрится. Что, говоришь, сагрить? Не-не-не. Дайте лапу в сторону, пожалуйста. Стоим тут, ждем всех. Рыбу ставлю, хавайте. У кого спек хила есть? У кого спек танка есть? Плюсики в чат ставим. Давай, крашер хила. Фан хиро в танка. Скажи, что делать. Так, что мы тут имеем? На Ривендера поставь фанхир, а сам танчик Артаза. А я с калком сзади побегал. Думаешь так, да? Да. Хорошо, хорошо. Так, подожди. Ты, калк, Фиона. Фиона. Олег, получается. Крашер. Олег, крашер. И пала на Ривендера. А Матис сюда еще сетбэк туда закину. Какая там зубы будут. Так. Сейчас погнали. Чаще. Подожди, куда я еще раз? Я сейчас скажу, все, погоди. Так, значит, Фиона будешь со Скорбином, Санлукой будешь Олег, сетбэк с Анлукой, со Скорбином Крашер. Идем за мной, пятая пати и сетбэк. Прижмитесь к стене. Скорбин начнет на Бламе. А калк начнет на Зелике. Значит, еще раз звездочки здесь остаются. Оскорбин. Оскорбин, Фиона и Крашер. Оскорбин, Фиона, Крашер. Хорошо. Здесь у меня получается Анлука, Сетбэк и Олег. Хорошо. Не забываем, что сначала идет танк. За ним идет хил. Вот здесь вот, когда вы встречаетесь, хилы стопаете, пропускаете вперед танка, танк бежит вперед, вы догоняете танка. Не затупите, не ловите косты босса. Значит, СС-ы у меня будут. Барбитурщица по Олегу. Пошли пока хилы, наверное, к рейду, чтобы вам СС-ы раздали. Значит, барбитурщица по Олегу. Пипенчик по сетбэк. Гизма по крашеру. Если кто-то вдруг там у вас отваливает, и сразу БР даете. Сразу прожимается человек, прохиливаете его. Не затупите с этим. Так, сейчас кулаки раздам, спекнусь в танк. Значит, перепало. Можно мне 5, пожалуйста? Помогу. Дальше. Я тащу Картаза. Фанхиро, ты танчишь Ривендера. Справа? Значит, да, вот здесь. Значит, по команде. Ты стоишь просто за дымком. Тебе сам твой миник придет. Стоишь здесь. По команде ведешь в центр сюда. Я у тебя его забираю. Ты сразу же уходишь обратно к своему холипалу. Холипал тебе бегать не надо. Стоишь, прохиливаешь БТКшника. Стоишь где-то тут. Значит, я к вам привожу Ривендера. Брустите его. Потом БДК от вас уводит. То есть по команде БДК ты бежишь, забираешь Ривендера обратно от трейда, приводишь к холипалу. Все тусуетесь возле босса. Хант, на минимальном расстоянии скиллов стоишь. Не тупите с этим. Значит, когда добьем Ривендера и Картаза, у меня пойдет
третья пати налево, четвертая пати направо, вторая пати налево, первая пати направо. Чек на пул. На меня хант напулишь сейчас Картаза, когда он придет. Обновите горн. Подбеги к рейду, нажми горн. БДК. Нажимаю, я сам побегу. Все, все готовы. Милики, подходим ко мне, к звездочке. Готовимся идти бить Картаза. Побежали милики бить Картаза. Вы хотите и делитесь ничтожества? На пул на меня юзает хант. Гера пошла. Фулл бурсты по Картазу. Зайдите ближе к звездочке. Куда вы стаки от Ривендера ловите? За звездочку все. ШП, Капарсиен, к звездочке подойди. К танку, ко мне, к пупсу, к Картазу, в мелизону подойди. Хорошо, фулл бурсты. Максимум ДПСа. Прохиливаем рейд, Аматис, ты тут соло прохиливаешь. Потей. Дожимайте, дожимайте. Готовитесь на задних, не тупите. На задних смещаемся. Аскорбин, кричи там. Идите хилы. Крашер, двигайся быстрее. Веди к нам Ривендера. Догоняйте танков своих. Уходи, БДК. БДК, уйди. Перенапул Ривендера. Акцент двигайте осторожен. Хилы. Пошли хилы. Догоняйте танк. Забирай БДК. Отойдите от Ривендера. Акценты и другие ребята. Двигайтесь. Если вы уходите на Бламе, готовьтесь возвращаться вовремя к Ривендеру. Догоняйте его. Танк точнее. Рейндж держите друг от друга. В лужах не стойте. Возвращаемся обратно. Возвращаемся обратно. БДК, веди ко мне. Обратно возвращаемся. Уходи, БДК. Перенапул на меня. Твоя жизнь принадлежит мне. Твоя жизнь принадлежит мне. Двигайтесь. Подобьем. Добиваем, да. Третья налево, четвертая направо. Первая направо, вторая налево. Разбежались. Петя, куда еще расскажи? Налево. Рейндж держим друг от друга. Не перестакивайте. По три стака. Твоя жизнь принадлежит мне. Аскорбин также анонсишь. Ты сопей. Ну, если честно, можно вайпнуться. Если вдруг мы как-то херово перебежим, и вы потеряете этот ритм. Три стака в своих дебафах увидели и перебежали на другого всадника. Обязательно зайти за черепа. У вас рейндж должен быть от другого. 50 метров. Рейндж держим, когда перебегаем друг от друга. Особенно от хилов. Вот о чем я говорил. Держите рейндж. Косты зелья кучекаем, не забываем то, чем может. В лужах не купаемся. Третий стак увидели, перебежали. Рейндж, рейндж, держим друг от друга. На Зелике танка нет. Что? Нет на Зелике. Как там танка нет? Нет, там хил танчит.
Там аскорбин должен быть. Кому должен? Перебежали. Рейду. Вы что, надо на убосса, когда перебегаете, а в каст стоите? Да-да, нормально, 50%. Душа. Мати, зачем вставалку потратил? Иннер, дайте кто-нибудь по Матису. Любой друид. Кто там рядом. Спасибо, акцент. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать. Лутаните в инвизе сундук. Тупо арма. Здорово. Ого, ничего себе. Тела покидаем, резаемся сами, так быстрее будет. Так что, пошли, пошли куда? Пошли на мерзость. Сейчас будет мерзость. На Тадиусе? Да. Хотя мы так быстро идем, чтобы не сглазить. Молчи. Сюда приз с Армагеддоном. Понимаю. Я Маша охуела, что-то, блядь. Два лутбокса, Армагеддон, блядь. Добегайте, ну трэш. Маша, могу вендора могу поставить. Продаж. Бафрим, походу, дело. Агро. Да не собирайте его кучу. Три моба на себя собираем. Агро. Ханты дико ток ставь. Отходим все от слизи по правой, по левой стенке, по левой. Сейчас осагрю. Отходим от нее, отходим. За звездочкой, вот сюда. Не надо давать тайфуну. А вон, калк, смотри. В прошлый раз жарен. Типа калк грипнул, потом спрашивает, а кто грипнул? Это не я спрашивал, алло. Да я шучу. Чё ты сразу, да, в штыки.
Да не. Чё, как там, Накс? Не, крашер. Нормально. Все в тех же спеках изначально, которые были шли. Можно пацаны. Значит, по ретаунтам. Я с БДК, с меня Скорбин. А, Холипал хилишь двух протопалов. Аматис хилит меня, Фиона хилит Аскорбина. Сетбэк и Ярдру хилят троих, перейдите БДК при просадке. Рыбу хавайте. Нет, Олег... ну, куда? Куда пошел? Туй! Он убегает. Пускай убегает, у нас там где-то еще Олег потерялся. Смотрите, там бафы. Чек. Отпивайте, ману. Олег что-то писал? Прилогнусь. Кав стоит, сумнёте, я пока босса приведу. Подходите сюда, пока все звездочки подходим. Раздуплиться Олег сумнём. Два танка сюда выходите, становитесь тут. Галка, Скорбин, подойдите к звездочке, станьте тут, пожалуйста. Который не зашел еще. Ничего страшного. Надеюсь, зайдет. Олег, мы уже пуляем, если что. Дайте, пожалуйста, каску и кулак по этому. У. Сидят. Кал, готовишься забирать. Милики не подходим. Аскорбин таунт. Блин, надо было пойти. Калк таунт. Знатные шишки. Куда ты его повел? Я бы Аскорбин таунт. БДК таунт. Поехали по боссу. Милики? Да, все, все бьем. Шаманы, стараемся ловить тайминги при посадке, чтобы прохил ваш был. Не по КД, чтоб не садили ману. Акцент по Матис, крашер по Фионе. Хп урезай мили атакой. Сетбэк тоже резкий. Аскорбин таунт. БДК таунт. Нахуй, заебись вы таунте, БДК забери. Вовремя очень. Гимна, ману, Капар, Сивен, Фиона, Тотем. Ставил, не ставь его. А чё без гимна отдаешь? Под гим, вот, Карси. Ну да, только когда я сказал ему давать гим, ты уже поставила. А он еще не кастанул, понимаешь? Переиграл от тебя? Вроде кастанул. Получается, так. Не-не-не, по таймеру держишь. Троху не совпало. Пал, ты может как-то ману немножко резать будешь. Агния, дай инер по хулипалу. Ой, на ману сетбэк. Таунт.
На фаскил не успеваем, поднажмите. По откату также инра раздадись. Все шпши гимны нам он ужмем. Там ни одного хила не задело. Отменяйте, бейте дальше. Да, как бы ретрика у нас нема. Хпал на фул ману захиливай. На все бабки двух протопалов. Инра, откидывайте. Совы. У вас откатились. Хорошо. Вторая сова. Хорошо. Танки, готовимся прожиматься. Прожимаемся. Давайте, давайте на фул захиливать. Аматис, дожимай меня, я с карбина по хп. Хорошо. Аккуратно с рейнджой проходим сквозь слизняков. Во всех рейдах. Особенно игроки с петами. Чё, а? Чек не полученный. Ну, понимаю. Учись танчить, алё. Так он просто его бил, а не тебя. Алло. Он двоих бьет вообще-то. Одного. Двоих. Он меняет таргет, алло. Ты что, меня питбайтить решил, че шо? Ты что, клоун, что ли? Он типа как зеркало бьет то одного, то второго. А почему здесь три танка играется, объясни. Ну, потому что он троих. Потому троит. Что троих бьёт. Так зеркало, да на третье основной дэмэдж идет. Он по трем таргетам прыгает, типа. Ладно, сводим мобов. Скорпин, я думал, ты ветеран Некромас. Пакеты, сколько ударов я заблокировал, да, да. И от скольких ударов я увернулся. А потом что-то скажи. Понимаю. Калк, чек не ПМ. Ты какой ПМ? Нету ПМа никакого, все. Вот так вот, да. Калк, это ты сролил, что ли, лутбокс? Да, наверное. Просто так в ПМ мне не пишу, да? Так, что у нас по миликам? Все милики вроде нормальные. Не знаю, что за рога. Надеюсь, рога тоже норм. Стоите, милики, возле правой ноги. Стоите в протопале. В аскорбине. Аскорбин собираешь трэш на себя. Калк босса отводишь, все по таймингу делаешь. Не слакаешь. Отводим их, не бурстите их, дайте мне их отвести. Чтобы они нам не мешали. Блять, ладно. Будут нам мешать, значит. Демон, убери хата. Сейчас босс. Отошли пока от центра, там босс идет. К звездочке все подходим. Бафы свои смотрите. Обновляйте, что не хватает. Ребаф. Рыбку ставлю. Карбин, ребафы. Так, в ретрика спекаюсь. Значит, милики деба всегда выносите к стенке, отбегаете по стеночке как можно дальше от мелизоны назад. Под мордой босса никто не тусуется. РДДшники метки выносите сначала в район лестницы. Желательно первую метку дропнуть в правую часть лестницы, вторую метку в левую часть лестницы, третью метку на пол возле лестницы. Мы будем крутиться по кругу, и со временем решетка будет за спиной рейда. Выносите потом за решетку. СС, наверное, нет. Не нужен СС. Будем БРать по ходу дела. Чек на пул.
Обходим по правой стенке весь рейд, танки по левой стенке обходим. Звездочки, подходим, рейд. Крашер готов? Готов, хорошо. У меня каска там. Аскарвин, дай каску. Все, подойду. На пул будет на анлуку. Анлука, давай бегай быстрее, пока босс не раздуплился. Мозги обычно еду перебивают или что? Да, уже ж не стакаются. Спрейдер, сразу от морды отойдешь, БДК иди начинай. Дай в босса. На пул. Гера, поехали по боссу. Ну, в рейд не поворачивай, чуть отверни. Готовимся. Первый дебаф сейчас будет. Проводи. Не тупи, пожалуйста. Выносим холипал, крашер. В левую и в правую часть лестницы. Рейндж друг от друга. Держим. Как только полсекунды дебаф остается, сразу же в рейд. Не умирайте в луже, проводи. Все блинки, прочую херню оставляйте на возвращение в рейд. Хант и Скорбин. За лестницу выноси, близко к рейду вниз, Хант. Проводи. Гваделупа, Хант, выносите за спину рейда к стенке, далеко. Аматис, выноси. Проводи. Слизня забери. Проводи. Олег, выноси. Пипенчик, крашер. Вылетел. Проводи. Бля, я завис. Ну и все, отошел. Кто я? Ты не говори. БДК. Халк. Я понял. Что-то как-то по тебе не видно, что ты завис на самом деле. Да я, короче, прям в лужу у меня зависло, и я не мог ходить. Я уже понял. Все. Агния, фанхиро, выноси. Варенька, пожилой кроу, кстати. Чё? Я говорю, варенька... Это Зай Гваделупа. Чего за дурацкая кличка пиздеть во время пула, а? Проводи. Хуман, выноси. За спину рейда, на решетку. Выйдите там, слушай. Выносите. Подальше вынеси на шмайн. Я понял. Проведи, проведи, Клак. Бля, это ж пропадет херня. Только не прижимайте, отойдите от лужи, отойдите от лужи, РДДшники, отойдите, справа лужа. Тупо лабиринты из луж, блин. Резайте павших. Варенька. Такое. Оскорбин соло или вдвоем? Привет. Привет, я не вы. Чё ты? Мне пофиг, могу соло. Да ладно, давай. Вань, ты меня не узнал? Это самокон где-то базарит, да? Да, это самокон. В трубу пока не лезьте. В чью? Типа смешно, да? Ну, типа да. Ну, посмейся. Лол. Бля, колки баним имут. А чё, он ещё живой, что ли? Хаваем рыбу. Я выгнал кто-то. Кто это был? Смотри.
Еще одна звезда Dark Stars. Кнутов. Захилился меня. Ману, отпивайте, чё по бафу не хватает, пишите в чат. Каску, кулак, лапу, тунг, если баф по лапу. Фул баф, короче, жмите. Я по левой стороне. Скорбин по правой стороне. Кант, поставишь трапу в дымок. Каток свой. Ванг по вару, дайте. Ванг по ДК тоже. Чек на пул. Фанк хиро. Скорбин уже побежал, только чек на пул дает, бля. Так я запылю еще сам босс, чтобы он не заявился. На правой стеночке все прижались. Проходим за мной. Первых мобов заберу, сагришь босса, отведешь. Иди, начинай, Скорбин. На пул будет вкалка. Прыгнули все. От решеточек отходим. Ну, бля, ладно, веди. На пульте вкалка, хант. Трапу в белый дымок. Старфол из пула отдали, если кто-то еще не отдавал. Потом только по трэш. Больше не трогайте старфолы. Только под истребление. Хант, я трапа не вижу в белом дымке. И не забываю смиряющим по боссу играть, когда на нем берса прокает. Все, теперь вижу. Анхолик по команде под фрост стойкой заберешь босса на себя. Приготовились хилы прохиливать анхолика. Обходили его. Приготовился забирать. Забирай. Хилим его. Забирай обратно. Хорошо. Как на него стак накинулся? Готовимся заезжать по трэшу. Подводи, Скорбин. Первый гнев твой. По трэшу поехали, страфову нажали. Тайфуны не даем. Хорошо, по боссу дальше. Приготовился анхолик забирать босса, приготовились хилы его прохиливать, обходали его. Там. Забирай. Забирай обратно. Больше ведь не будет истребления, правильно? Нет, должен добить его. Проходим вперед, танки на себя забираете, тени пока что. Большого не трогать, хилы отпейте ману. Можете и нрапа раздавать. Крашер по Аматис, акцент по Фионе, Агния по Холипалу. Раздайте инра. Сетбэк у тебя есть, ШП? Олег, спек не лучше в САУ? Думаешь? Особо слабый этот. Слабый ШП. Хорошо.
Значит, Алексове будешь. Так, я в ретрика пошел. Хулипал слева, хилишь остальные хилы справа. Это что касательно хилов. Аскорбин слева, БДК справа. Слишком поздно.